Выход в финал НБА может подарить лидеру одной из команд настоящее величие, ведь победа в главной серии сезона автоматически делает его лучшим баскетболистом чемпионата. Однако существует и вторая сторона медали, потому что поражение здесь будет означать, что все ваши усилия были попросту напрасны. Как бы вы ни старались, MVP финальной серии получает игрок команды победителя, за исключением одного единственного случая в истории, о котором мы сегодня поговорим. Соответственно, все лавры также уходят к нему и его организации. Лучшего же игрока с проигравшей стороны, к сожалению, запомнят только лузером. Сегодня мне бы хотелось отдать дань уважения таким баскетболистам. Игрокам, чьи финальные перформансы, а также старания до финала заслуживают нашего внимания, даже несмотря на проигрыш. Доброго времени суток, дорогие любители баскетбола. Вы на канале Оранжевый Мяч, и в этом выпуске я подготовил для вас свой небольшой список из 15 великих игроков, которые делали все, что только могли, но проиграли. Перед его началом я попрошу вас об одном – поставить лайк и подписаться на мой канал. Надеюсь, что мы пробьем нашу традиционную 1000 больших пальцев вверх. Приятного вам аппетита, если что-то кушаете, и, конечно же, приятного просмотра. Но прежде чем мы приступим, хотел бы поделиться с вами своим личным опытом поиска оригинальных кроссовок. Думаю, каждый, кто сталкивался с этим вопросом, регулярно натыкался на сомнительных посредников или на чрезмерно завышенные цены. Мой товарищ вообще решил приобрести оригинальную в кавычках продукцию на Авито, благополучно получив паленую пару. Но есть ли вообще проверенные магазины, спросите вы? На самом деле да, недавно наткнулся на такой в Телеграме и приятно удивился. Мультибрендовый магазин оригинальных лимитированных кроссовок, одежды и аксессуаров Сергеев Стор. Огромный ассортимент товара как в наличии, так и под заказ, офлайн магазин в самом центре Москвы с собственной парковкой и ежедневная доставка как по городу, так и в регионы наши необъятные. Регулярные скидки, акции и программы лояльности. Более 10 тысяч живых отзывов о проделанной работе и очень открытый персонал, который специально для подписчиков моего канала подготовил приятный бонус по промокоду Оранжевый Мяч. А прямо сейчас у них проходит акция, в которой до 31 декабря при покупке трех вещей каждая третья с меньшей стоимостью достанется вам в подарок бесплатно. Разумеется, ссылки на сайты телеграм-магазина я оставлю в описании. Леброн Джеймс, наверное, величайший из баскетболистов, которые проигрывали в финалах. Было это не один раз, но в данном случае мне бы хотелось выделить сразу три истории, в которых король выступал выше всяких похвал, демонстрируя какой-то уникальный индивидуальный уровень игры. Первый из таких финалов, конечно же, 2015 года, против молодой амбициозной команды Golden State Warriors. К слову, два других тоже будут ознаменованы противостоянием именно с ними. Так вот, к несчастью для Cavaliers, Кевин Лав, а позже и Кайри Ирвинг оказались вне игры, из-за чего король мог надеяться разве что на Тимофея Мозгова, который по итогу станет вторым лучшим скорером в той серии. Джеймс сделал все, что мог. Практически 36 очков, 13,5 подборов, 9 передач, 1,5 перехвата в среднем за серию. Он принял участие во всех 6 поединках, 5 из которых был самым результативным игроком. 44 очка в первой игре, 39 во второй, 40 в третьей, 40 в пятой и 32 плюс 18 подборов в шестой. По слухам, даже несмотря на поражение, именно король должен был получить MVP финала, но посчитал это позорным и отказался от награды. Это всего лишь слухи. Но если учесть, что в итоге приз получил Андре Игудала, как раз вроде как за защиту против Джеймса, он очень правдоподобен. Следующие финалы получились сдвоенными. Разница лишь в том, что в 2017 году Джеймс мог рассчитывать на поддержку второй звезды в лице Кайри Ирвинга, в результате чего Кливленд смог таки забрать хотя бы одну игру у инопланетных ГСВ с Дюрантом. 33,5 очка, 12 подборов, 10 передач, 1,5 перехвата и 1 блокшот. Убийственный трипл-дабл статлайн, сумасшедшее влияние на игру команды и даже так поражение. Для Кайри Ирвинга оно стало последней каплей. И в 2018 король остался совсем один. Вместе с Кевином Лавом и Джей.Р. Смитом он противостоял все тем же ГСВ, которые не стали слабее от слова совсем. Леброну приходилось проводить на паркете по 45 минут в среднем, даже несмотря на то, что по плей-офф он и так буквально в соло вытаскивал целые серии. Железный человек наберет 51 очко в первой игре финала, но даже так Кливленд уступит с разницей в 10 поинтов. Он будет хорош и дальше, станет самым результативным баскетболистом среди обеих команд,
собирая статлайн в 34 очка, 8,5 подборов, 10 передач, 1,5 перехвата и 1 блокшот. Данк отсчитав в финале блин НБА. Даже такое Леброн исполнял, чтобы хоть как-то исправить положение. Но все тщетно. Самое обидное для короля, что тот прайм был, возможно, сильнейшим из всех вариантов его прайма за карьеру. Лично мне король эпохи чемпионств Майами нравился, наверное, больше. Но это все вкусовщина. Так или иначе, король достоин уважения, ведь с точки зрения индивидуальной игры к нему вопросов никаких быть не могло. По крайней мере, именно в этих финалах. Ален Айверсон – герой недосказанной и не случившейся легендарной карьеры. Хотя нет, не так. Карьера-то в итоге получилась легендарной, но думаю, все согласятся, что она могла пойти совершенно иначе, если бы Айви уделял больше времени тренировкам и в какой-то момент поубавил свое эго. Так или иначе, финал НБА 2001 года для Филадельфии – это заслуга именно ответа. Конечно, команда у них была крепкая, чего стоит вспомнивший молодость монстр защиты в лице Дикембо Мутомбо. Однако именно ответ был главным лидером того коллектива и ее естественным тащером. Сначала он пройдет довольно сложный восток, а затем ворвется в первую игру финала против явных фаворитов из Лос-Анджелес Лейкерс и шокирует общественность. 48 очков в стартовой встрече и победа Филадельфии в овертайме. Сумасшедшая пощечина и буря эмоций у фанатов ассоциации. К сожалению, класс пурпурно-золотых сыграл свою роль. Праймовый Шак, которого нереально было остановить. Молодой Афро Коби, который раз через раз выдавал игры лучшего игрока. Айверсон делал все, что мог, забивая самыми разными способами. Собирая статлайн в 35,5 очков, 4 передачи, 5,5 подборов и почти 1,5 перехвата на 41% реализации с игры в среднем. К сожалению, все оказалось напрасно. Титул завоюют Лейкерс, MVP финала уйдет к Шаку, а Алену останется довольствоваться завоеванными сердцами миллионов фанатов по всему миру. Легенда, несмотря ни на что, икона баскетбольного стиля, но, к сожалению, не чемпион. Джимми Батлер – главный герой прошлого плей-офф, которым благодаря титаническим усилиям на Востоке он помог Майами выйти в финал. Однако, на этот самый финал селенок у него не осталось. Во всяком случае, по итогу там все стало понятно достаточно быстро. А вот тот финал, о котором мы говорим в данном сегменте, который случился в 2020 году в Бабле, это совсем другое дело. Джимбо играл буквально на пределе своих возможностей против, ну, очень сильного соперника, не имея в партнерах праймового Бэма Адебайо. Леброн и Дэвис в противовес, качественная скамейка и ротация пурпурно-золотых. Это все очень и очень серьезная позиция. Несмотря на данный факт, Батлер сумел забрать сразу две игры фактически в соло, раз за разом возвращая угасающую интригу в серию. В третьем матче он наберет 40 очков и 11 подборов, а Майами с трудом заберет важнейшую победу. В пятой игре отметится 35 очками, из которых 8 будут набраны в ключевой четвертой четверти и помогут Хит добиться трудовой победы со счетом 111-108. 2-3, и надежда фанатов все еще будет жить в их сердцах. К сожалению, недолго. Майами проиграют, даже несмотря на то, что Батлер прыгнет выше головы в том финале. 26 очков, 8,5 подборов, 10 передач, 2 перехвата и 55% реализации в среднем в 6 играх. Джимбо – тот парень, который заслуживает нашего уважения, не меньше остальных героев сегодняшнего выпуска. Перемещаемся более чем на 30 лет с финала от Батлера и попадаем в легендарное противостояние Портленда Билла Уолтона и Филадельфии праймового Джулиуса Ирвинга, одного из величайших шоуменов в истории НБА. В том финале Ирвинг творил настоящие чудеса с точки зрения своей индивидуальной игры. Забивал все виды бросков с убийственным процентом, разгонял атаки своей команды, будучи настоящим поинт-форвардом, собирал отскоки, поддерживал атаку и даже пылил в защите. 30,5 очков, 7 подборов, 5 передач, 2,5 перехвата и 1 блокшот в среднем. 37 очков в пятом матче, 40 очков в шестом. Но даже так Портленд окажется сильнее. Во многом за счет своей более организованной командной игры и более глубокой ротации, которую у Филадельфии попросту не было. Ирвинг очень старался, но баскетбол — это в первую очередь командная игра, а Уолтон, как системообразующий игрок обороны Портленда, оказался более важной опцией. Тем не менее, тот перформанс Джулиуса считается одним из сильнейших индивидуальных перформансов среди игроков, которые проиграли свой финал.
Один из моих любимых финалов по понятным причинам, но далеко не самый любимый для очередного героя данного ролика. Стеф Карри – человек, который выигрывал титулы в окружении сильных игроков. Он попал в ситуацию, в которой должен был продемонстрировать все свои качества. Дюрант рвет ахилл, Томпсон играет на одной ноге, а впоследствии рвет кресты. Карри, конечно, принял такой вызов, несмотря на то, что в противовес ему выступала одна из лучших оборонительных и слаженных команд того Востока – Торонто Рэпторс. Если вы посмотрите на их глубину, то убедитесь в этом сами. Да и лидером Рапторов был праймовый Кавай, который выдавал уникальный индивидуальный плей-офф. Стеф возьмет все на себя и, несмотря на дабл-тимы, будет методично набирать очки, оставляя Golden State на плаву конкурентоспособности. В третьей игре он наберет 47 поинтов, но даже несмотря на это, Raptors окажутся сильнее. По серии Шеф собирает линейку в 30,5 очков, 5 подборов, 6 передач, 1,5 перехвата, 42% реализации с игры и 34% с трешки. Но по итогу не смог реализовать ключевой трехочковый бросок в шестом матче и терпит второе поражение в финале в своей карьере. На очереди 80-е. Эпичная битва великих команд. Бостон против Лос-Анджелеса, Селтикс против Лейкерс, Ларри Бёрд против Мэджика Джонсона. К тому моменту счет личных финальных встреч между Мэджиком и Бёрдом был равный – 1-1. И эта серия могла решить многие вопросы в их противостоянии. К тому финалу Бёрд подходил в ранге главного скорера и лучшего подбирающего игрока в плей-офф. Несмотря на появляющиеся проблемы со спиной, 30-летний Ларри все еще был в праймовом состоянии и доказывал это на паркете. Он закончил серию с дабл-даблом, 24 очка, 10 подборов, 5 передач, 1 перехват и 1 блокшот в среднем. Дважды принесет победу в решающие моменты, в которых Бостон находился на волоске от провала. Окажет серьезное сопротивление Мэджику, который также проводил очень классный финал, но проиграет, как и его Бостон. 2-4. Озерники заберут победу, а Бёрд, несмотря на все усилия, упустит чемпионский перстень в своем самом последнем финале в карьере. Полагаю, многие забыли, что Дэвин Букер и его значительный прогресс заявили о себе еще в конце бабловского сезона, когда Феникс наконец-то начал побеждать. В чемпионате же 2021 результаты команды Монти Уильямса только улучшились, а Дэвин Букер и Крис Пол дотащили команду аж до финала, в котором имели реальные шансы победить, во многом благодаря сумасшедшему, молодому Букеру с прекрасной эффективностью скоринга. 28 очков, 4 передачи, 3,5 подбора, 1 перехват в среднем за встречу, 42 очка в четвертой игре, 40 очков в пятом матче, но поражение в клатче и полный провал для Феникса по итогу. Букеру было лишь 24 года, и несмотря на исход серии, он показал миру, что в будущем способен стать одним из лучших баскетболистов ассоциации. Сейчас Дэвин прогрессирует в других аспектах своей игры, не только в скоринге, но именно в финале 2021 года он заявил о себе в полной мере, несмотря на печальный итог. Первый финал для Кевина Дюранта в 23 года. Колоссальное давление, серьезная позиция в лице Уэйда, Леброна и Боша, а также все еще молодой состав Оклахомы. Кейди уже тогда считался уникальным игроком с антропометрией, возможно, самого совершенного скорера. Дюрант проводил очередной прекрасный сезон, вытащил Оклахому в финал, на пару с Уэсбруком, разумеется. Уже тогда Кевина серьезно сравнивали с Леброном. А кто-то говорил, что Оклахома даже фаворит. В первом матче Слим Рипер наберет 36 очков, а Окла уверенно разгромит Майами. Впоследствии Дюрант продолжит свою доминацию в сегменте скоринга, но вот результаты организации будут в корне противоположны. Кевин сделал все, что было в его силах. Уникальный статлайн в столь молодом возрасте. 30,5 очков, 6 подборов, 2 передачи, 1,5 перехвата и 1 блокшот в среднем за встречу. Прекрасные проценты реализации и высочайшая бросковая эффективность. К сожалению, партнеры оказались не так хороши, как Easy Money Sniper, и серия завершилась довольно быстро. Тем не менее, тот индивидуальный перформанс от KD заслуживает нашего внимания. Элджин Бейлор в целом один из величайших баскетболистов, который так и не смог завоевать чемпионство за свою карьеру. При этом он потерпел поражение во всех семифиналах, в которых играл. Звучит достаточно печально, но факт остается фактом. Наверное, лучшее выступление из всех Бейлор продемонстрировал именно в семиматчевом финале против Бостон Селтикс в 1962 году. Элджин был лучшим игроком НБА с запасом. В той серии он играл по 45 минут в среднем. Делал все, что только хотел, собирая статлайн в 40,5 очков.
18 подборов и 4 передачи в среднем. Даже несмотря на это, а также 41 очко Бейлора в 7-й игре, Бостон одержит трудовую победу в клатче, а Билл Рассел соберет сумасшедшие 40 подборов. Великое выступление Бейлора, которое так и останется выступлением величайшего лузера. Коби Брайант за свою карьеру выиграл 5 чемпионских титулов, для этого ему хватило 7 попыток. В одной из них Лейкерс бездарно проиграли Детройту, и ту серию Коби, конечно же, не хотелось бы вспоминать. Однако во втором поражении Брайант смотрелся намного, намного лучше. В середине чемпионата 2007-2008 он наконец-то получил качественную подмогу в лице Пау Гасоля, и впервые за 4 года пурпурно-золотые дошли до финала. В противовес им выступали мощнейшие кельты с Полом Пирсом, Рэем Алленом и Кевином Гарнетом. Серия получилась огненной. Коби начал потрясающе. Во второй встрече он наберет 30 очков, но этого будет недостаточно. В третьем поединке отметится уже 36 поинтами и отыграет один матч для пурпурно-золотых. В пятой игре наберет 25 очков и оформит сразу 5 перехватов, подарив тем самым победу и надежду на камбэк в сложнейшей серии. Однако уже в следующем поединке Бостон снимет все вопросы с этого финала. Несмотря на поражение, Брайанта нельзя было обвинить в отсутствии желания. Да и статистика Коби была на уровне. 26 очков, 5 подборов, 5 передач и 2,5 перехвата в среднем. В той плотности защиты, в том накале, ему не хватало стабильности и поддержки. Пау был очень хорош, но остальная банда отыграла хуже, чем могла бы. В 2010 году мы в этом только убедимся. Джерри Уэст – легенда НБА, лицо лиги в прямом смысле слова, ведь именно его силуэт располагается на эмблеме нашей любимой ассоциации. Уэст был ближайшим товарищем Бейлора, который в отличие от него все-таки завоюет один чемпионский перстень, хотя проиграет в финалах очень, но очень много раз. Самое обидное поражение произойдет в финале 69-го, в той самой серии, где Уэст играл настолько шедеврально, что даже несмотря на проигрыш, получит титул MVP финала. 38 очков, 5 подборов, 7,5 передач и 49% с игры в среднем. Он отдал душу ради победы, набрав 42 очка в решающей 7-й встрече. Но даже так, Бостон и тот самый знаменитый Билл Рассел оказались сильнее. Что-то они знали об этой игре. Это уж точно. Карл Мэлоун – крутейший тяжелый форвард НБА, двукратный MVP регулярки и трехкратный финалист. Ни один из этих финалов, к сожалению, не выиграл, а лучший из них с точки зрения индивидуальной игры случился для Карла в 98-м, последнем решающем противостоянии с Чикаго Майкла Джордана. Начиналось все красиво. Юта заберет первую игру, Мэлоун проведет хороший матч, 21 очко, 14 подборов и 2 блокшота, при не самом лучшем проценте, но с итоговой победой. Следующие 3 встречи станут перформансами Джордана. Но в пятой Мэлоун наберет 39 и сохранит интригу перед 6-м поединком. Концовку той встречи мы помним, как и 45 очков от Джордана. Но мало кто помнит, что и Мэлоун провел очень хороший поединок, набрав 31 очко, 11 подборов, 7 передач и реализовав 58% своих бросков с игры. Даже этого не хватило, хотя победа была ну очень близка. Однако Джордан есть Джордан. Если рассматривать статистику Карла по серии, то нельзя назвать ее провальной. 25 очков, 11 подборов, 4 передачи, 1 перехват. Хватает один блокшот в среднем в 6 матчах. Кроме него очки практически никто и не набирал. Ближайшая скоринг-помощь оказывалась Стоктоном, но 11 поинтов в среднем за игру – так себе показатель для второй опции команды. Да, Мэлоун не смог показать свою лучшую игру, которую показывал в регулярке, но я бы не скидывал на него всех собак. Мне кажется, что ему банально не хватило помощи. А вы что думаете? Финал NBA 92-го обещал быть очень интересным, во многом из-за индивидуального противостояния Майкла Джордана, который годом ранее выиграл свой первый чемпионский титул, и другим атакующим защитником из Портленда, Клайдом Дрекслером, проводящим свой лучший сезон в карьере и считающим себя лучше, чем его воздушество. Стоит отметить, что в индивидуальном плане Дрекслер был ну очень хорош. Временами он ставил Майкла в очень глупое положение, обыгрывая его в атаке и здорово обороняясь, показывая свои серьезные намерения. Команды обменивались победами
сыгранный до пятой встречи. Джордан был феноменален, но и Дрекслер не сильно уступал величайшему, как минимум до игры номер 5. 25 очков, 8 подборов, 5 передач, 1,5 перехвата и 1 блокшот от скользящего Клайда. Но в финальные 2 поединка Майкл забрал без вопросов. Именно тогда Дрекслер понял, что ни о каком соперничестве с Джорданом речи быть не может. Но даже так, он остается великим игроком, которому просто не повезло играть в эпоху величайшего. К тому же чемпионский перстень он возьмет попозже, вместе с Хакимом Оладжувоном. Финал НБА 95 года. Первый финал для Шака, который вместе со своими Орландо одолели Чикаго Майкла Джордана в Восточной конференции. Противником 22-летнего Дизеля станет великий Хаким Оладжувон, один из сильнейших центровых в истории в своем прайме. Шак делал все, что только мог. 28 очков, 12,5 подборов, 6,5 передач и 2,5 блокшота в среднем за встречу. Временами он показывал отрезки реальной доминации, в частности благодаря своей физической мощи, которой бигмену Мэджик было попросту не занимать. Но Оладжувон обладал серьезным опытом, высоким баскетбольным IQ и сумасшедшей работой ног. Хьюстон в целом был сильнее, он разберется с Орландо, одержав победу со счетом 4-0. Но уж кого-кого, а Нила обвинять в том поражении было бы попросту несправедливо. Последним же в сегодняшнем выпуске участником станет сэр Чарльз Баркли, еще один обиженный в хорошем смысле слова Джорданом легендарный баскетболист. В чемпионате 92-93 Баркли проводил феноменальный сезон, став MVP регулярки и выведя Феникс в финал. Он так же, как и Дрекслер, был абсолютно уверен в том, что лучше Майкла Джордана. Его откровенно бесило то, что того считали иконой баскетбола при жизни. Баркли хотел доказать, что достоин считаться лучшим баскетболистом ассоциации. И стоит отметить, что он сделал для этого все, что только мог. 27,5 очков, 13 подборов, 5,5 передач и 1 перехват в среднем. 6-матчевая баталия, но объективное поражение. Чарльз сыграл на 4 с плюсом, а должен был выпрыгнуть из штанов, чтобы обыграть лучшего игрока НБА. Несмотря на все старания, у него это попросту не получилось. И тогда Баркли признал поражение. А на этом, в общем-то, все. Делитесь своим мнением касательно данного списка игроков в комментариях. Кого здесь не хватает? Может быть, кто-то лишний? Будет очень интересно почитать. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где всегда все самое свежее и интересное из мира НБА. Ссылка находится в закрепленном комментарии. Услышимся в новых видео на моем канале. Любите баскетбол, друзья, ни в коем случае не болейте. Всего вам самого доброго и до связи.